Ну что, Тань, погуляла на стране, вернулась? Ну да, блудная дочь, как говорится, вернулась в свою команду. Что делать? Из-за чего сегодня проиграли, как думаешь, чего не хватило? Я думаю, что сегодня нам не хватило центровых, которые у нас сейчас в данный момент не смогли приехать на игру. Ну и, наверное, немножко взаимодействия, потому что все-таки после возвращения произошли некоторые изменения в нашей команде. Как тебя встретили ребята? Ну, на самом деле, я очень благодарна им за то, что они меня встретили как не уходившего игрока, да, очень радостно, счастливо, и спасибо им за это. Я очень рада, что обратно вернулась, и надеюсь, что больше мне не придется уходить. Да, спасибо. Все, спасибо.